Всем привет, с вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Недавно я снимала видео, как я делаю заказы, что заказы могут быть 50 баллов, да, ну, это, в принципе, во всех странах, но я буду говорить только страны России, но вы уже как бы смотрите цены своей страны именно, да. То есть, получается так, что в компании Фаберлик есть полный балл, который стоит 75 рублей, и половинчатый балл, который стоит 150 рублей. Вот. И очень часто бывает такое, что когда новички делают заказ, допустим, да, то заказ выходит 50 баллов на 7,5 тысяч рублей. И как сделать заказ на 4 тысячи рублей, да, пока это доступно, скоро будут обновления. Не могу про них говорить, но они мне безумно нравятся. Вот, но буквально вот следующий каталог Украина, эти обновления будут запускаться. Сейчас они запустились по Прибалтике и уже скоро-скоро будут у нас вот ряд крутых изменений, я бы так сказала, вот прям не терпится, да, и что хочется сказать вам, да, то есть как отличить полный балл от половинчатого балла, да, ну вот давайте возьмем, в пример, любую продукцию, парфюмерию, да. Так, это VIP-новинки. Ну, давайте вот первую встречную водичку, которая более-менее что-то стоит, да, потому что тут все дешево-дешево. Да, и смотрим. Когда вы заходите на сайт под своим логином, паролем в компанию Фаберлик, то у нас получится, что вы будете видеть цену каталога, черную цену, цену каталога и вашу цену. И вот, пожалуйста, баллы, да? Вот. И когда вы делите, допустим, 370 рублей вашу цену именно на баллы, да, поделить на 4,93, вы будете видеть, сколько весит балл, да? То есть у меня сейчас это... Полный балл – это не половинчатый. То есть половинчатый – это промо. В дальнейшем я его буду называть промо. Значит, половинчатые баллы очень часто бывают по акции и за колготки, одежду и нижнее белье. Да? Ну, давайте, к примеру, возьмем одежду, аксессуары. Тут будет все по половинчатому баллу. Да, вот давайте возьмем с вами вот этот хотя бы, да, браслет, да, ну, все что угодно, украшение, вот. Так, давайте открываем заново калькулятор, и 239 рублей мы с вами делим на 1,59 балла, и получается уже 150 рублей балл, да, то есть самое интересное, когда вы нажимаете «Купить», да, то есть 1,50, ну, 2 балла, да, то есть это сколько надо штук в корзину, да. То есть если вы будете добавлять все именно по половинчатому баллу, то у вас получится заказ реально дорогой. Да, то есть, ну, давайте возьмем, к примеру, 10 штучек, да, вот 15 баллов на 2000, да. Давайте возьмем 30 штучек, половинчатый балл. Так, что в наличии, что ли, нету? А, товаров 12. Ну, давайте возьмем 12. Да, то есть, так, еще придется что-то добавлять половинчатое. Ну, давайте возьмем, опять-таки, одежду и аксессуары. Открываю ссылку в новой складочке. Давайте возьмем женщинам. Вот, неудобно, конечно. Тут раньше была сортировка от дорогого к дешевому, и легко можно было сделать. Да, то есть, давайте возьмем одежду. И еще, да, то есть одежда мужская, женская, детская, она вся идет по половинчатому баллу. И это уже, ну, прям 100%. Так, это у нас VIP-новинки. Вот, и, ну, вот давайте возьмем вот этот подороже, который утепленная куртка, цвет темно-синий. Выберем любой с вами размер. Да, давайте я возьму свой. Добавить в корзину. И уже переходим в корзину. Да, то есть в корзине 13 наименований. Вот, и получается, что если я беру, допустим, так вот 107 баллов, да, то есть можно взять 4 куртки.
Так, нет, давайте возьмем 5 курток и 10. Ну, то есть 9. Так, 102, 8. Вот, 100 баллов, да, ну тут копеечки. И смотрите, 100 баллов вышло 18 тысяч по каталогу и 15 тысяч по цене консультанта, да. То есть вот таким вот образом. И понятно, что это, ну, на самом деле большие деньги, и мы с вами взяли только половинчатые баллы, да. Сейчас, значит, мы с вами это дело удалим и проведем, ну, вот, допустим, давайте, не обязательно парфюмерию, можно взять здоровье, да, то есть, ну, к примеру, продукты для здоровья. И смотрим, да, то есть в продуктах для здоровья, да, то есть тут, конечно, уже наглядный такой пример, все вместе, 73 рубля мы с вами поделим на 0,49 рублей, получается 148 рублей, то есть это промо-балл, да, идет. Далее, 296, так, этого еще пока нет наличия, потому что это VIP. Ну вот, давайте вот это возьмем. Так, значит, 666 мы делим на 8,88. Ну, тут сразу понятно, что полный балл, да, то есть и нажимаю купить по полному баллу, у вас уже будет все хорошо. Да, ну, давайте, к примеру, мы с вами возьмем полезности для дома, карловарская соль, уделите время почитать вот это вот, и вы поймете, какая-то классная штука. Да, ну давайте с вами сейчас пройдем в корзинку. Вот, да, то есть мы с вами видим 1600 рублей на 15 баллов, да. Вот, ну давайте возьмем 5 штучек. Значит, 50 баллов, 4200 рублей. Вот, видели, да? 4200 рублей. То есть это полный балл, 50 баллов. То есть получается, если мы с вами возьмем таких 10, да, то у нас с вами получится 7000. То есть смотрите, полный или половинчатый балл вам нужен. Вы можете все это прекрасно набирать. Но тут 4 балла лишних, но все равно 8200, да? То есть получается, смотрите, мы с вами общее количество баллов можем... То есть сумму поделить на общее количество баллов. 8, 288, а мы делим на 104. Да, то есть вот таким вот образом. Да, ну, получается 79 рублей балл. Да, то есть вот, как бы все равно здорово. Да? То есть как бы вы сами ведь выбираете, что вам покупать, и вы можете покупать таким вот образом. Да? То есть все, что угодно, вы можете вот таким образом просматривать. То есть, конечно, аксессуары, одежда, обувь, вот это все, оно точно идет половинчатый балл. Распродажа Флоранж обязательно половинчатый балл, да, это 100%, да, то есть и то же самое с косметикой. Косметика есть полный половинчатый балл, если что-то идет по акции, но иногда и акции бывают с полным баллом. Вот у нас как-то две парфюмерные воды покупали, и третья шла в подарок. Так вот, там был полный балл, хотя был подарок и был полный балл. Поэтому будьте, конечно же, внимательны. Да, то есть смотрите, значит, да, 444 поделить, допустим, на 5,92. У нас получается ровно 75 рублей балл. Ну, круто, мне кажется. Это нужно, конечно, тоже понимать, да, и тогда у вас будет все отлично, все у вас будет хорошо. Ну что ж, надеюсь, на ваш вопрос ответила, да, то есть это вопрос от подписчика, вот, поэтому буду рада ответить еще на какие вопросы вам захочется. То есть просто можно считать, да, вот и все. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, какие вам интересны.